На обзор в покупочке прикупил. Килька черноморская в томатном соусе. Обжаренная. По акции прикупил. 59,99. Севастополь. Килечка. На вкус неплохая. Я 5,6 поставил из 10. Томат нормальный. Килька немножко квашня. На вкус ничего так. Все удобненько. Как дикарь. Слава богу, чеснок высадил. 500 зубчиков. 4 грядки. Навоз от гриба, смотри, кучка какая-то. Лисички. А там ежик заныкался. На зиму, наверное. Я так сфотографировал, а я брат прикопал. Пускай спит. Все-таки мышь кто это? И змеи надо ползать. Они ночью змеи гоняют. В основном ночной образ жизни ведут. Так, приятно всем аппетита, хорошего настроения. А то у меня скоро автобус через 15 минут. Надо домой дергать. О! И позитивчись всем.